Всем привет! В эфире новости DMC Music TV и с вами я, София Разуваева. Сейчас мы находимся в караоке-клубе М24 на мега-вечеринке DMC Music Summer Teens Party. Поехали! Какое у вас настроение? Просто замечательное. Я думаю, что во время начала сегодняшнего мероприятия оно поднимется еще выше. Это точно. А вы дуэтом поете? Чаще всего, наверное, в последнее время мы поем дуэтом, но сегодня мы решили немножко разнообразить нашу обыденность и решили спеть сольно. Как твое настроение? Отличное. Нравится атмосфера сегодняшнего праздника? Очень нравится. Очень. Как твое настроение? Отличное. Нормальное. У тебя такой оригинальный костюм, прям блестишься. Спасибо. Привет! Тебе тоже привет! Тебе нравится атмосфера сегодняшнего праздника? Очень нравится. У тебя такая классная стрижка. Спасибо. Конечно, она очень красивая и праздничная. Очень. Это видно. Что ты сегодня исполняешь? This Life is Musical Smash. Классно, у тебя такой прекрасный наряд. Спасибо. Ну, удачи тебе выступить. Take me to church. Хозьер. Классно. Ну что, удачи тебе на вступлении. Я сегодня исполняю песню «Кружит». Ой, это же «Мотаник», да? Да. Песню «Навсегда». Классная песня. Удачно тебе выступить. Буду исполнять песню «Mad World» Адам Ламберт. А для чего тебе бубен? Он мне помогает. Я исполняю песню «Queen Somebody to Love». Классно. У тебя такие тени или блесточки. Это очень классно смотрится. Это подводка, спасибо. Классная подводка, слушай. Ну что, хорошо тебе выступить, Сия. О, Сия, это очень классно. Ну что, удачно тебе выступить. Песня, у которой еще нет названия, но мы еще думаем, потому что это премьера трека. Это твоя авторская песня? Да, это моя авторская песня. О, классно. Сегодня я тоже буду исполнять свою авторскую песню. Ну что, тебе удачи. Сегодня я буду петь две песни. Одна песня на французском языке. Поет ее Индила, называется она «Последний танец», а вторая называется «Кони» и поет ее Анна Пингина. Классно, я слышала твое первое исполнение, да, ты очень классно поешь, особенно на французском. Я буду петь песню «Босая». Это две Маши, да? Хотела сходить на них концерт, но что-то пошло не так. Удачи тебе на выступлении. Спасибо. С вами был телеканал DMC Music TV и я, София Разуваева. Всем до встречи, всем пока-пока!